И снова добрый вечер. Приветствую вас на канале в гостях у заводчика Корги «Воплощение мечты». Рубрика «Таро. Прогноз». И возникло желание посмотреть в ответ вероятный на такой вопрос, что будет, как состоится ли вообще, если да, то каким он будет, танец на костях, парад победы в Москве. Будет ли там император, да, состоится ли этот парад, как к нему будут относиться люди, какие будут силы в него вложены, какие будут последствия. Давайте посмотрим все, что мы сможем на эту тему выяснить все-таки при помощи карт Таро. Понятно, что это какой-то такой особенный будет парад, особенный и очень яркий, но с каким знаком он будет, минус или плюс, да, и что он принесет для России, все-таки хотелось бы посмотреть, потому что знаковое событие, однозначно знаковое. Ну, давайте попробуем. Так, парад победы. Парад победы. Я сейчас представила Кремлевскую стену, вот как обычно на каких-то фотографиях. Знаете, почему-то я вижу Путина, а рядом с ним стоит Сталин и машет рукой. Сталин машет рукой людям внизу. И он возле Путина почему-то. Интересно, правда? Там нет Ленина, кстати, просто Сталин и Путин. Так, что будет праздником Победы, состоится ли он, праздник Победы, 9 мая. Так. Да, он состоится. Он состоится. Он будет такой ресурсный. Туда вложат все, что найдут, все ресурсы. Первое, умеренность. То есть состоится однозначно такой компромиссный вариант. Вложат в него по девятке пентаклей все, что могут, все, что найдут, все ресурсы. Для людей по восьмерке кубков это уже не будет праздник, это будет такое, знаете, как разочарование, но нам это больше не нужно, нам это уже больше не нужно, мы хотим другого. Вот они все кубки, вот они все есть, но людям-то это не нужно уже. Вызовет много споров и конфликтов. Этот парад, это будет, значит, такая момент, такой конфликтный, это будет показ силы, будут показывать показ силы, но вскроется на этом параде. Что-то вскроется, невозможно будет утаить то, что пала, да, армия, пала ниц, упадок армии невозможно будет скрыть. То есть откроются глаза на правду, откроются на глаза на падение, да, во время этого парада. Так. Соберут все, что можно собрать, да, по четверке пентаклей, все, что найдут, все соберут для этого парада. Но это, конечно, будет прямо какой-то, что-то там может случиться на параде, понимаете, или в связи с этим, прям удар какой-то.
какая-то прям какая-то неприятность случится там. Или связана с этим парадом прям какая-то неприятность. Так, что тут у нас? Это возврат в прошлое. Возврат в прошлое по шуту. Знаете, как дурачок, да? Как дурак из прошлого, какой-то такой... закрываются этим парад, будет ему так, будут закрываться, знаете, закрываться от людей. Смотрите, вот у нас что-то есть, да, вот наше оружие, вот оно есть, видите, оно не уничтожено, видите, а все говорят, ну ты дурак. Перевернутый шут, когда шут прямой, это как бы на счастливчик, а здесь перевернутый, то есть ты дурак. Будут говорить, ну дураки, ну что это такое? Нет никакой там, нет никакой армии, вы смешны, да, вы глупцы, вы не в хорошем смысле шуты, да, именно дураки, в плохом вот смысле этого слова. Ничего не принесет этот парад, да, никакой радости не принесет, вот связаны, то есть, ну, связаны руки. И опять перевернутый, опять не праздник, вы видите, не праздник, праздник, вот, не праздник, да, людям вообще не радостно. И ну, плохой выбор, не, ну, неприятный выбор, вот все перевернуто, этот парад переворачивает с ног на голову все, переворачивает. Людей, смотрите, солнце тоже перевернутое, да, даже радость, которая там у кого-то будет, она перевернутая. Вообще вся колода перевернутая. У меня вообще вся колода перевернутая в руках оказалась. Да, я взяла всю колоду, и она у меня вся в руках перевернутая вот в какой-то момент. Все, то есть весь парад, он перевернет с ног на голову, будет перевернут, понимаете, то есть все там не настоящее, все там вот такое, да, все наоборот в этом параде, вот понимаете, как хотите, да, все будет наоборот, все наоборот, все нам перевернуто, парад поражения, вот что это, да, это парад не победы, это парад поражения. То есть он может и называется парад победы, но вся колода перевернутая. Это значит, все перевернуто с точностью до наоборот. Парад поражения. Вот что это. Интересная версия, да? Ну, давайте-ка посмотрим. Так. Что принесет России этот парад? Да? Что он принесет? Укрепит он Россию, расстроит, он будет ей неинтересен. Что России? Что России он принесет? Что принесет России этот парад? Так, России он принесет. России он принесет. Смотрите, наоборот, продолжение войны. Войну принесет он России. Так. Сейчас. Так. Так. Очень-очень много денег будет потрачено на этот парад. Очень большие деньги, да, очень большие деньги.
чтобы показать это красиво, чтобы показать это с красивой стороны. Много страха. Страх, страх за детей. Этот парад принесет страх за детей. И Иерофант, покровитель, который опять связывает всех или связан сам, связывает страну. Иерофант, связывающий страну, вот что принесет, да? Он показывает, что у нас есть все, мы маги. Он показывает, что у нас есть все, мы маги. Смотрите, летят самолеты, да, смотрите, у нас все есть. И все работает, армия работает, да, все, все хорошо. Это такая благая весть, праздник, смотрите. Так. Потратится очень, смотрите, и опять удар, и это удар все равно по стране, удар. И опять, смотрите, я колоду перевернула, и опять у меня перевернутое солнце. Перевернутое солнце. Солнце перевернутое. Вы понимаете, вроде бы солнце это праздник, да, это праздник, это же вот радость солнца, да, а здесь оно перевернулось с ног на голову. Интересненько, интересненько. Хорошо. Что еще спросить? Будут ли еще парады? Не станет ли этот парад последним для России? Уход, уход в прошлое. Что это может значить? Уход в прошлое. Россия уходит в прошлое. Он останется в прошлом. Парады останутся в прошлом. Что-то такое. Что-то там уже совсем темный лес. Что-то я уже запуталась. Давайте-ка еще раз. Парад. Парад. Что парад принесет России, да? Что Россия получит от парада? Что Россия получит от парада 9 мая? Парада. Что Россия получит? Что ж у меня все перевернуто. Так, перевернутый. Смотрите, опять перевернутый император. Император, хорошо. Император, падение, скажем, император, который не имеющий власти император. Хорошо. Полное разочарование в обессиленном императоре. Так, и дьявол. Дьявол. Ага. Выбор. Выбор между дьяволом, смотрите. Это выбор между дьяволом и колесницей. Это между цепями и движением вперед. Между зависимостью и движением вперед, да? Ага. Так. Борьба, борьба, борьба внутри страны, борьба, да что ж у меня все перевернутое, ну ты посмотри, борьба внутри страны, справедливость,
суд откроется. Слушайте, с этим парадом вся какая-то такая фигня интересная. Вы понимаете? Что-то там, подождите. Давайте-ка еще раз. Давайте еще раз. Будет ли парад 9 мая? Там прямо что-то такое. Вот он будет, да, но там его такая участь какая-то, знаете, как это, он какой-то как, ну, насмех людям. Такой, знаете, и император перевернутый, и выбор, это когда люди будут выбирать между дьяволом, да, и движением, и прогрессом, между дьяволом и колесницей. Колесница, прогресс, это прогресс, движение вперед, в новое, да, реформы, это все колесница, а дьявол это вот то, что все старое, то, что, где они находятся, это Россия, да, аппарат получается, это что-то такое, какое-то начало отсчета, да, куда люди пойдут, что-то, какой выбор сделают. Так, парад, подождите, будет ли парад, да будет ли парад, что он принесет, давайте еще раз, будет ли парад. Смотрите, вот вам парад, а он нам не нужен, да, он людям не интересен, этот парад, не интересен целой стране, не интересен. Опять, так, война, военные, с какой-то тайной пройдет он, там военная тайна какая-то на этом параде будет. Совершенно нищий, да, нищая армия, нищий парад, но в который будут вложены деньги, но в него будут вложены деньги. Он как бы нищий, но с вложенными деньгами. Так, справедливость, что справедливость? Перевернутая девятка кубка. Все увидят правду, да, а король-то голый. Вот смотрите, сидит как король, да, он у нас перевернулся, а король-то голый, да, самодовольство. Все видят истинную, истинное лицо, все увидели истинное лицо. И смотрите, суд откроется, да, вот откроется вся правда, все поймут, что происходит, да, кубок, туз мечей перевернутый, удар прямо наносится. И карта сила, да, это когда добро побеждает. Смотрите, опять уход и тайна, что-то такое, кубки, изменения. Я думаю, этот парад, это знаете что, это будет парад, этот станет символом вскрытия убожества России, да, когда увидят, покажется правосудие, ясность, да, вот эта смехотворность по шуту перевернутому, смехотворность этого величия. И в этот день станет выбор, да, выбор между двумя эпохами дьявола и колесницы, да, куда люди будут выбирать, куда им идти. Вот в этот день будет какой-то такой вот выбор для страны. Его проведут, этот парад, туда вложат много денег, но он все равно будет выглядеть нищенским, и люди понесут большие убытки из этого парада, все равно понесут большие убытки. И после этого парада как раз будет все меняться, что-то будет меняться. Этот парад, он какая-то важная эпоха, такая важная, важный день. Что такое? Слушайте, давайте доживем и поглядим. Это интересный будет, ну, то есть это необычный парад, как всегда. Он как бы, понимаете, как откроет людям глаза. И император перевернутый на этом параде. Перевернутый. То есть император, который ничем уже не управляет на самом деле. Да?
Но он будет. Если задаем вопрос, будет ли парад, да, он будет. Но с этим парадом очень много нюансов. Какой-то он будет такой грустный, знаете, никому не нужный. Парад, который больше уже никому не нужен. Такое что-то, что-то такое. Да. Ну вот так. Не знаю даже. Не знаю. Как-то туговато он открывается. Много всего и какие-то такие формулировки. Что-то я, наверное, или подустала. Что там такое? Сложно. Ну, в любом случае, я вам хочу сказать, это парад такой парад, что лучше бы его не было. Лучше бы его не было, как бы, для правительства России. Лучше бы уже никакой, чем такой. Ну, окей. Будем посмотреть. Ну, все. Всем пока. Спокойной ночи.